А это мой отец, начальника штаба, майор Виноградинко Александр Петрович. Погиб 24 апреля 1945 года под Берлином, 20 километров не дойдя до Берлина. Совсем недавно, в октябре месяце, я была с сыном на могиле отца в городе Дальгов, Бранденбургский округ. Погибла. У мужа погиб отец, был в Азовском, на Азовском флоте служил в 1942 году. И вот мой папа. У папы было много братьев, четверо еще воевали, двое погибли под Оржевом, а двое, два близнеца вернулись с войны. Так что у нашей бабушки были очень большие потери. Это моя бабушка, ее зовут Бибину Расыловна, она родилась в 1929 году. Она была в тылу и носила большие мешки с зерном. Вот. Она умерла в позапрошлом году, и ей тогда было 83 года. Это муж сестры двоюродной бабушки. И он был командиром взвода, и в Польше получил два ранения. И потом он был в госпитале, и там и встретил 9 мая 45 года. И он вернулся с войны, долго еще жил, вот недавно только умер, и всегда гордился этой победой и орденами, всегда нам рассказывал, как он воевал за нашу родину.